Дорогие друзья, мне особенно приятно поздравить вас, своих коллег, с профессиональным праздником. Через 3 года мы отметим вековую историю радио Азербайджана. Почти 100 лет назад впервые прозвучало «Говорит Баку». Опыт, накопленный за эти годы, бесценен. Оставайтесь верными профессии, достигайте самых амбициозных целей. И, конечно же, сообщайте нам как можно больше хороших новостей. С праздником! С Днем национального радио и телевидения Азербайджана!